чего у вас тут? Подарочек? Вот. Расскажи, что там? Вот. Это что? Что? Это косметика для принцесс. Это косметика для принцесс. Для Кирочки. Есть губнушка. А глазки есть красить? А вот, смотри, там, где сердечки, это для глазок. Это для глазок? Да, а сердечки. И почему-то это синяя, блеск для губ. Большой синяя блеск для губ. Ты довольная? Да. Теперь у тебя глянь, сколько косметики есть. Сколько он стоит? Ой, много стоит. Дорогущий. Да, мама? $39. $39? Вот. Папа, ничего себе. $39. Мама, да. Гляди, сколько стоит. Ой, вообще, очень дорогой. Набор. Давай ее туда станем, давай. У меня такого нет, я тоже такой себе хочу. Ты мне дашь покраситься? А он как-то открывается? Сама. Конечно. А папа кисточки не вынул. Надо же было сразу вынуть. Я же не знал. И зеркало. Подайте ребенку зеркало. А где зеркало? Вот, пожалуйста. А я. Давайте я вам поставлю зеркало. Ты уже спрятан? Да. Туда надо зеркальце. Вот, держи, это для глазок, а это для губок. Вот, я буду сейчас на глазки. Это сердечки, это для глазок, правильно? Для глазок, да. Вот это. И вот это сердечко, видишь? Да. Чуть-чуть надо, смотри. Вот берем аккуратненько, раз. Закрываем глазки. Закрывай глазки. Ой, прям королевишна. Красит. Ну, у тебя же своя теперь косметика, да. Есть. Теперь будем идти гулять, ты будешь долго собираться, пока накрасишься. Закрой еще. Так, теперь вот так другой стороной. Синенький берем. Потом чуть-чуть голубого. Закрывай. И вот так вот скрываю. Ну, ты наклонилась, и мне не видно. И вот тут красим чуть-чуть голубеньким. И получается у нас красота. Да, о, красиво как закрываешь. Останется только лак для ногтей купить и все. У нас есть лак для ногтей. Есть. Ну тогда все. Так, вот сюда кладем. Теперь бери вот. Ну, масляное все. Да. То синие губы будешь. Розовенький бери. Аккуратненько вот так намазывай. Да. В зеркало. Красиво. Давай, помогу тебе. Хочешь? Да. Давай. А то акварельными красками, я думаю, не очень хорошо красится, да? Косметики очень мало. Поэтому много ее не надо. Вон, видишь, уже дно видно прям. Вот. А ну, посмотри-ка сюда. Какая красота!